Ну, раз сложилась такая ситуация, на нас наложены санкции, мне кажется, я расцениваю это как повод попробовать улучшить продукты производства у нас в стране и реализацию этих продуктов. Я, конечно, очень люблю Маздам, я очень люблю пармезан, пиногриджи и многие другие иностранные продукты, но мне кажется, что я без них проживу. С кисломолочкой, по-моему, все у нас неплохо. Хлеб растим. В общем, по-моему, жить можно. И если это позволит, вот эта ситуация позволит больше внимания обратить на нашу отечественную продукцию, так это, по-моему, только в плюс. Но а то, что, например, не так давно запретили ввозить украинский сыр, мне кажется, что это из разряда каких-то казусов, таких идиотских казусов. Мне больше никак это не охарактеризовать.